этого года был возвращен на доработку. В 2015 году был полностью доработан с учетом замечаний. Такой важный для нашего народа проект, как проект государственной программы Республики Дагестан «Восстановление Ауховского района». Он, как вы знаете, его многократно обсуждали, о нем говорили. Это такой документ, от которого зависит судьба всего нашего восстанавливаемого района и нашего народа как представителя в Дагестане. Также по поручению правительственной комиссии по вопросам реабилитации переселения и Минэкономики Республики Дагестан был разработан проект изменений в действующие нормативно-правовые акты, о которых Бувайсар Хамидович здесь говорил. Это постановление 28 и 74, которые на сегодняшний день, скажем так, мягко противоречат новым нормативно-правовым актам, принятым в Российской Федерации, а их принимает каждая вот за свой период работы Государственная Дума сотнями и даже тысячами. Так вот, эти нормативные правовые акты, принятые первый в 1993 году и второй в 2007 году, наглядно и вообще устарели. И они требуют доработки, качественного изменения. Вот, наверное, полезнее было бы их упразднить и даже новые принять, которые были бы понятны как переселяемым лакцам, так и реабилитируемым чеченцам и тем чеченцам, которые должны реабилитироваться в селах Ленинаулы, Калинаулы и Бурсун. Совместно с органами местного самоуправления по поручению нашего же управления и Министерства юстиции в 2015 году мы приняли активное участие в подготовке такого важного документа для нашей республики и для нашего народа, как о внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Дагестан, который охватывал вопросы передислокации Новолакского района на вновь отведенное место в новострое, целиком всего района. Это значит восстановление исторической номинации всех сел, из которых были высланы чеченцы, и территориальное восстановление Ауховского района. Данный проект был на самом верхнем уровне. Главой республики тогда было поручено его разработать. В установленные сроки он был разработан. Минюст его в установленном порядке внес в Народное собрание. Дальнейшую судьбу всех этих документов я скажу. Был подготовлен также один из основных, из технической части работы нашего отдела нормативно-правовой акт, как путем подворных обходов всех отделов переселения и восстановления были выявлены такие дома, против которых никаких возражений ни у кого быть не может. Их должны вернуть без всяких условий. Их было 184. И в ходе этой проверки в 2015 году было выявлено 81 домостроение, против которого за счет бюджета Республики Дагестан и Российской Федерации были построены новые дома. И зачастую не один, а два и три дома. Но они умудрились их продать не тому человеку даже, кого реабилитируют, а совершенно посторонним людям. Поэтому такой нормативный акт, чтобы эти дома, полученные новые, изъять у этих людей, нарушивших законодательство, был нами подготовлен по поручению самого же правительства. И 184 старых домов было постановлением указано, чтобы их вернули, а не этим путем проволочек через суды, через одну инстанцию, вторую инстанцию, поскольку существует нормативная база их возврата. Такие нормативные акты в установленные сроки были подготовлены, согласованы со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и представлены. Дальше, как судьба, к сожалению, вот даже тех пяти документов, которые имели такое важное значение и могли внести, я бы не сказал даже просто весомый вклад, а коренной перелом вопроса переселения и реабилитации в рамках действующего закона. За рамки здесь ничего не выходило, все в рамках закона. К сожалению, все они остались проектами. Дальнейшего продвижения ни один из этих документов не получил. Еще одним таким весомым мероприятием за отчетный период стало, что в декабре, прямо в конце 2014 года, вышло распоряжение правительства Российской Федерации о переименовании, там написано, о возврате, значит, исторических наименований Зорио-Атар и Барчхой-Атар и
о передислокации сел Дучи и Низоукра в новострой, об упразднении здесь на месте Дучинского сельского совета и создании сельсовета Барчко-Ятарский. Правда, чтобы довести до логического конца все процедуры, связанные с этим распоряжением, пришлось завершать в 2015 году. И это стали еще два населенных пункта, которые вошли вот в то, что нам удалось достичь за 28 лет. Это возврат 4 населенных пунктов. Дальше хотел бы привести несколько вот таких сухих цифр. Конечно, без них представить себе картину, что происходит на сегодня и что удалось, а что не удалось, будет трудно. Прошу несколько вашего внимания. В рамках учета чеченцев, высланных из Ауховского района и возврата их в места исторического проживания, могу, значит, сообщить следующее. С территории нынешнего Новолакского района было выселено с конфискацией домостроений, земельных участков и всего имущества, принадлежавшего чеченцам, в феврале 1944 года 2454 семей или 12118 человек. Это с учетом не сохранившихся сел хуторов Ярмаркино, Ярмаркино 1 и Ярмаркино 2. С территории нынешнего Казбековского района это села Акташ-Аух, Юрт-Аух и не сохранившийся Бурсун 1004 семей или 6853 человека. Теперь наш отдел, который на государственном уровне создан, это отдел правительства, и который призван принимать заявления, регистрировать их, готовить личные дела и уже по этим делам претендовать на его реабилитацию в рамках действующего закона, обратились всего 2476 человек. Из них территориально по Новолакскому району письменно обратились и, можно сказать, полностью сформировали свои личные дела. Может быть, там 1-2 документа у кого-то не хватает, но это поправимо по ходу работы. 2049 человек, представляешь, соответственно, 2049 семей. По Казбековскому району 427 семей из 1004, которые были репрессированы и высланы. Еще должен отметить, что это данные без учета поданных заявлений, изъявивших желание возвратиться и проживать в местах исторического проживания своих родителей, тех людей, которые, скажем, в нижней части нашего региона, в Хасавюртовском районе, Бабаюртовском, Кизлярском проживают, не имеют соответствующих подтверждающих документов и не высланы именно из Ауховского района, но их родители там проживали, они хотят туда вернуться. Эти заявления у нас отдельно лежат, поскольку это не компетенция отдела, эти вопросы пока не решаются, но думаю, они будут рассматриваться с того момента, как будет создана временная администрация восстанавливаемого Ауховского района. К сожалению, должен отметить, что в Казбековском районе в рамках реабилитации репрессированных и высланных отсюда граждан дома и земельные участки практически за весь период не возвращались. Те чеченцы, которые проживают там, это те, кто вернулись после реабилитации 1957 года самостоятельно, и их наследники, которые там живут по сегодняшний день. Теперь такая вот ситуация складывается. С этим мы сталкиваемся ежедневно. Это проблема, которую мы должны здесь обсудить, и которой вы нам должны оказать помощь на местах, в селах, откуда вы делегированы. Хочу в общем сказать, из поданных заявлений, которые я здесь опубликовал, 2049 по Новолакскому району, именно оттуда подлежат переселению и заселению чеченцы, удовлетворены 648 заявлений путем возврата домостроений, сохранившихся или там построенных по самими переселенцами после 1944 года, либо пустые земельные участки, что составляет на сегодня 34% от всех подлежащих возврату переселенцами домостроений и земельных участков. Всего же, если бы вот все, даже нормативная база в рамках вот тех двух постановлений, которые я назвал устаревшими и подлежащими пересмотру, если бы даже по ним работали в рамках этих нормативных актов,
то можно было бы по Новолакскому району вернуть 1989 объектов. Я называю это объектами, потому что среди них есть пустые земельные участки, развалины, которые в 89 году во время военных действий были снесены, так и не восстановлены. И можно было бы вернуть все эти 189 земель, домов, земельных участков, что составило бы от высланных из этой территории, нынешнего Новолакского района, Ауховской территории, 80%. Но, к сожалению, сегодня это совершить, сделать этим нормативным правовым актами не представляется возможным. Во-первых, переселенцы по государственной программе получили за счет бюджетных средств Российской Федерации новые дома, получили деньги на обзаведение хозяйства в этом новом хозяйстве, получили дорожные, может не все, но многие получили, чтобы перевести свое имущество. Все, что положено, получил. Дом, который они должны были по акту вернуть в течение одного месяца после получения нового жилья, они продали совершенно постороннему человеку и лишили возможности реабилитации вот такой семье, которая должна была вернуться в это домостроение или земельный участок. Таких, к сожалению, на сегодняшний день выявленных путем подворных обходов около 220. Это, как вы уже, наверное, если цифры считали, составляет 11-12% всех домостроений, которые подлежат возврату. Как эту проблему решить? Постановление ни 28-е, ни 74-е никаких ответов на это не дает. Поэтому это только один из пунктов, который мы считаем основанием для внесения изменений в это. На сегодня в Новолакском районе, я почему говорю о Новолакском районе, потому что программа государства предусматривает оттуда переселить в новое жилье, построить жилье, и вот здесь что осталось вернуть. За переселенцами осталось для возврата вместе с проданными 220 1313 домостроений. В основном это дома, которые построены после 1944 года силами самих переселенцев, которые здесь проживают, лаксами построены. Поэтому вот эта нормативная база, которая не предусматривает возврат этих домов в рамках российского законодательства, а предусматривает отдельным постановлением, что этому переселенцу должны еще стоимость этого дома заплатить, вот такая норма и остановила весь этот процесс. Почему? Объясняю сейчас. Потому что по этому постановлению человек, переселенец, допустим, получил тип 6 на семью из 6 человек стоимостью 3,5 миллиона рублей, получил там всякие там дорожные, там единовременные и так далее, переехал на новое место жительства. А этот дом, он говорит, по постановлению номер 74 написано, что мне должны заплатить стоимость этого дома. В российском законодательстве такой нормы нету. Там написано, предоставляется равноценное жилье, не хуже. Лучше оно может быть больше объемом, но хуже не должно быть. И на этом заканчиваются расчеты с переселенцами. Поэтому Российская Федерация предлагает, если этот нормативный акт принят вами, субъектом Российской Федерации, вот вы и защитите эти деньги и заплатите им. Ну, это вполне логичная норма, но представленные нашим управлением еще в 2016 году расчеты по указанию Министерства экономики и территориального развития в то время составляли суммы от 750 миллионов и выше, до 1 миллиарда. Естественно, что таких средств на 70% дотируемой республики быть не может. И потом бюджетный кодекс Российской Федерации, это основной закон, по которому живут и субъекты, и сама Федерация, не предусматривает субъекту взять или брать на себя обязательства, которые оно не может выполнить. Поэтому мы считаем, что без существенного изменения этой нормативной базы дальше продвигаться и работать наше управление не только не представляется возможным, но будет очень-очень затруднительно. Вот такую информацию я хотел бы вкратце довести до вас. И потом хотел бы здесь с этой трибуны подчеркнуть, что выступающие здесь, доносившие информацию, сочли скромным, что они оказывали содействие и отделу, и управлению, и общественному совету. Это и депутат Государственной Думы Сайтиев, это и депутаты Народного Собрания Ханалиев и Мисиев, которые все эти доводы, все эти документы, которые готовились общественным советом, доводили до всех инстанций.
Мы можем здесь смело сказать, что все эти факты известны как правительству республики, руководству республики, так и в Москве. Все эти нюансы известны. Думаю, что новое руководство, которое планирует и проводит такие массовые изменения в нашей республике, хочет навести элементарный порядок и в бюджете, и приостановить все это хаос, который здесь творился до этого. Конечно, им нужно будет время изучить эти вопросы, мы с этим согласны, тем более, что правительство сформировано буквально несколько недель назад. Баласяр Сайтиев в своем выступлении это сказал. Наша задача помочь этому новому руководству владеть вот этой информацией, что мы, наверное, и будем делать. Спасибо за то, что послушали. Я думаю, я коротко довел то, что есть. Но если нужен будет в разрезе сел информация, кого можете после съезда подойти, я все до вас доведу. Спасибо.